Пенсионному фонду нужно всего 10 дней, чтобы после подачи заявления оформить выплаты. Но это только в том случае, если будет предоставлен полный пакет документов, без ошибок. А это бывает нечасто. Сбор всех нужных бумаг может занять месяцы. И если пенсионер не успеет в трехмесячный срок, выплаты ему начислят только по имеющимся документам. То есть пенсия будет меньше заработанного. Чтобы этого избежать, специалисты фонда рекомендуют обращаться к ним как минимум за полгода до наступления пенсионного возраста. За это время сотрудники и документы проверят, а если чего не хватает, запросят в архивах. Мы сотрудничаем со всеми предприятиями и организациями республики. Кадровые службы могут предоставить по просьбе человека в электронном виде все его документы в пенсионный фонд. А вот заявление он должен будет написать самостоятельно. А вот те, кто не работает, допустим, они имеют необходимый стаж для назначения пенсии, но в последнее время не работает, вот им лучше появиться заранее, для того, чтобы проверить правильное заполнение документов.